Привет, Маргарита. Пап, ну ты же меткий, давай. Ура! Дошло только. Да ладно. Ребят, вы будете смеяться. Вот сделай, чтобы она выветрилась, понюхай. Давай. Твоя последняя удача. Давай. Всем привет! Я Маргарита. Я Ксюша. И вы на канале Сестрички Лайф. Как мы и обещали, на 20 тысяч лайков мы снимем вторую часть «Тротик в карту». Вот она, наша новая карта. Мы добавили здесь много всего. Пешка, медиамарк, миллиард, 50 франков, Toys R Us, H&M, топ-модель, метро, Цеунда, Макдоналдс, Лол, Клейерс, Мануар, Starbucks, Лего и вопрос. Вопросик означает, если мы попадем в него, то тогда можно выбрать что-нибудь из этого. И да, с нами сегодня будут кидать наши родители. У нас будут 3 попытки. И в этот раз мы ничего не будем зачеркивать. Ну что, ребятки, а мы будем начинать. Не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Так, ну что, давайте решим, кто у нас... Кто начинает? Да, давайте. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. О, Ксюша первая. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Потом папа после Ксюши. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Маргарита последняя. А какая разница? Все равно можно попадать по нескольку раз туда. Поэтому Ксюша начинает. Ты запоминай сразу, куда попадаешь. Ксюша попала на 50 франков. Ксюша, ты опять сегодня что ли будешь это? Я специально. 50 франков Ксюша получает. Я специально вот сюда. Папа, давай. Папа попадет на Toys R Us, пойдет игрушки себе покупать. H&M. Да, кстати, если вы потом хотите, можете, допустим, если мы, папа и я, попадем на игрушки, да, какие-нибудь, то мы можем с вами там поменяться, если вы захотите. Сейчас тоже в крест попаду. Я пойду покупать одежду. Попалась на Синдей. Я пойду покупать одежду. Мюллер. Мюллер, там есть много всего. Дошло только. Тебе нужно потратить 50 франков. Ты золотой взяла? Да, золотой. Ты серебряный? Это серебряный. Да, возьми серебряный. Или 2 золотых возьмите. Я или возьму. Вот с блестками. Я вот эти 2 возьму. Ты и ты берешь один и себе? Смотри, ты возьмешь такую. Ксюша тебе покупает один. Давай его уж выбрать. Знаешь эту пленку? Угу. И Ксюшка купила Маргарите тоже жвачку для рук. Ксюшка решила зайти в Клеерс. Так как зайдет куда-нибудь, смотри, тут видишь, купишь 3 и 3, и 3 бесплатно. Это колечки или сережки? А, это сережки. Но это клипсы, да? Это клипсы, да. Тебе не нужно втыкать в ушки. 14 франков. Мам, смотри, это настоящий клей. Угу. Ксюшка выбрала такой кошелечек для монеток. Все, Ксюшка купила на свои денежки. На, держи. Что-то папа ничего найти не может в H&M. Опять НАСА. Что-то сейчас, да, везде НАСА. Ой, какая рубашечка. Короче, папа купил футболку себе. С пальмами. Красные нет, такие мне не нравятся. Мне вот такие вот больше нравятся. Со звездочками, а здесь НАСА. Так, ну что, моя первая покупка в C&A, это вот такие вот спортивные штанишки. Ну, как они, как лосины, как леггинсы. Все. А, мы пришли в Мюллер. Маргарита хочет купить духи. Давай возьми. И мы выбираем, да, в общем, я ей говорю, что вот Нина Ричи, ну, да. Он такой, более такой вот молодежный запах. Именно вот это красное яблочко. Да. Мы попробовали синее яблочко, зеленое. А вот давай синее попробуем. Вот сюда синее побрызгай. Ну, что?
Мне нравится красненькое яблочко. А синяя так брызгается, что ли? А, точно. Все, обрызнула. Мимо обрызнула. Теперь чуть-чуть так вот сделай, чтобы она выветрилась, понюхай. Ну-ка дай. Можно? Нет, ну вообще вот это вот не то. Я же говорю, вот этот вот... Вот это вот красное яблочко. Да, Маргарита выбрала такие духи. Нина Ричи. Да. Все? Готово? Так, давай, Ксюшечка, кидай. А тебе зачем электроника? Если папа попадет на что-то из игрушек, он с тобой поменяется, это точно. Ксюша попала на Медиамаркт, это такой магазин, где продается электроника. Я хочу с папой поменяться. А, там для PlayStation можно купить что-нибудь. Так, теперь папа. Манор! А что папа может быть? А что папа может купить в Манор? Да, в Манор там тоже есть все. Вот Манор. В Манор есть и одежда, и парфюмерия. В общем. Я уже тебя скинула, что ли? Нет. Да, травесь. Еще раз Сеунда. Я думала, мне поп... Нет, я в H&M. А, я тоже Сеунда. В это попадала? Да, вот Сеунда. Видишь. Я что, два раза? А, ну, значит, я могу там две вещи купить. Да, две вещи. Ладно. Дождь, дайте Сеунда. Фуй. Давай. Метро! Я! Tenemos metro. Tenemos metro para la señorita. Tenemos metro para la señorita. Карлина, правда? Поближе подойди. Топ-модель. Она попала. Топ-модель. Топ-модель. Все, топ-модель. Карлина топ-модель получит. Топ-модель. Молодец. Давай, кидай. Все, мы уже поняли, что ты в тот раз. Все, Макси в тот раз поедет, ура! Да? Надь, да. Браво. Нормальный стрелок. Вау, прикольный. Его что, тоже можно разукрашивать? Да. Его тоже можно разукрашивать. Его можно раскрашивать, как да, хочешь. Да, я такую хочу взять. Такой возьму. Угу. Это для мамы. Угу. Все, так быстро выбрала? Да. Точно? Все. Где здесь? Это стакан разукрашивает. Тупой спинтар с олевой сосвасу. Папа, что у нас хочет? Игру для PlayStation. Эту пузыри-пускалку купит, а, папе? Бубльгом. Мама. Пускать пузыри. Вот это папа купит точно. На. Ребят, вы будете смеяться, папа купил себе Red Bull. Вот это да, он ничего не хочет, сказал. Вот еще, а, это Снупи. Что-то какой-то желтый цвет, прям я смотрю в моде, что ли. С желтыми звездочками. Снупи. Но я Снупи чуть не очень хочу. Моя вторая покупка. Такая толстовка. Да. Такая вот толстовочка. Все, Маргарита возвращается в метро. Ей все время везет на метро, да? В общем, ребят, здесь музыка везде играет. Я не знаю, как снимать даже. Давай ищи. Смотри, клеточка не нравится тебе? Ну-ка, подостань, пример. Угу. Маргарита выбрала себе штанишки розовые. Угу. С белыми полосочками, лампасами. Твоя последняя, давай. Твоя последняя удача. Давай. Лего! Ксюша очень хотела Лего. Только. Пап, ну ты же меткий, давай. Ты же у нас в дартс играешь хорошо. Бершка? Бершка? Папа попал в бершку. Мама. Я не хочу больше попадать в это. Куда-то. Старбакс. Да ладно. Синдей! О май гад! Окей, все. Я опять попала. Три раза? Да.
Я три раза попала в этот. Вообще. Todas de compración da todo el día. Un, один, два, три. Да, вот. Один, два, три. Я боюсь. Или Starbucks, пожалуйста. Прям по лицу, прям. Она захотела, она попала. Прям в глаз. Прям в глаз попала. Нет. Так, Ксюша сейчас должна выбрать что-нибудь из Лего. Пожалуйста, выбирай. Ну смотри, если хочешь, бери целую коробку. Серьезно? Правда? Там просто фигурки разные. И ты хочешь что-то сама делать? Там только... Да, можно делать домики, можно делать. Да, ну, в общем, возьмешь? Все, целый блок, целую коробку Лего. Ну все. Засчитываем тебе. Каролина выбрала такую раскрасочку топ-модель. Еще такую расческу топ-модель и карандашик. Че? Вот, Макс выбрал себе радиомашинки. Да, будете разговаривать. Угу. С Каролиной. Ты одной машинкой, она другой. Будете по разным комнатам. Все? Я это. Да, Каролина это. Все, готово. В таком желтом стиле. И я не знаю, ну вот эту футболочку я точно не возьму, потому что она очень коротенькая. Да? Я решила вот такую вот взять. No filter. Желтая, яркая. Так, папа теперь выбирает у нас в Бершке что-нибудь. Сейчас папа выберет. А мне нравится вот такое вот. Я люблю. Военное. Какие лучше? Армейские или черные? Думай, папа, думай. Ну что, мы едем в Starbucks. Привет, Маргарита. Эй, привет. Привет. Как дела? Это видео. Если это так, то ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Пока-пока!